Привет, милый. Я рано дома, а ты счастлив? Кто эта дама? Это моя любовница, конечно. Ты не изменяешь мне? Ну, я не лгу о том. Вы, женщины, всегда говорите, что мы мужчине полни дерьма. Что я говорю сейчас правду? А зачем тебе любовница? Для обычных дел. Понимаю, она не моложе, не красивее меня, немного выше и учище, смеется, но она не может носить высоких каблуков, и у нее меньше волос, чем у меня. Все это правда. Значит, Вы, женщины, думаете, что мы, мужчины, делаем женщина красивые и уродливые, и старые, и молодые? нет? Нет, делим женщина старые и новые. Это безумие. А кто сказал, что мы прически здоровы?